Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Димон, быстрее, строй оборону, они идут! Пацаны, скорее, давайте скорее. Быстрее, парни, сейчас буду строить, мужики, строю, вот у нас есть уже план. Давай. Сейчас поставлю пехоту, парни, скорее, поставил. Скорее, там чувак бежит с ружьем. Ё-моё, у меня пехотинец, сейчас он его будет отбивать. Стреляй. Покупаю это, пацаны, купил эти патроны. Амуницию. Все, покупаю, пацаны, не пропустил. Нет, не пропустил. Ну что ж, ребята, всем здорова, с вами по-прежнему Оверфони Бобби, и добро пожаловать в угарную игрушку под названием Роблокс. Всем хай, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будет оборона база. Сегодня мы с пацанами будем строить свою военную базу и защищаться от армии нубиков. Они будут бежать на нас, а наша задача прокачивать нашу военную базу и защищаться. Нас будут атаковать солдаты, они будут идти волнами. Мы должны успевать прокачивать свою оборону, чтобы не пропустить врага в наш тыл. Ну а вы, друзья, смело ставьте лайкосик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, острая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с пацанами будет безумно приятно. Ну что, парни, будем защищаться! Да, погнали. Возвращаемся скорее. Я покупаю радио, пацаны, чтобы связываться с генеральным штабом. Покупаю медицинский тент, в котором Андрюха будет делать перевязки. Покупаю еще лежаки. Да, я буду лежать. Да, там мы будем перевязывать солдат. Ну что, пацаны, купим денежки и сейчас купим Ламгуэн тент. Ламборгини. Это Ламгуэн тент. Мы купили еще один. Лангваги тент. Слушайте, а где еще оборона? Я не понял. У нас только один солдат, друзья. Его можно улучшить за 700 долларов, но таких денег у нас нету. Ой, идут, ребята. Стоять! Куда пошел? Стой! Документы предъяви! Пехоту покупаю, пацаны. Мы тебе не разрешали. Пошла еще одна пехота. Прошел. Нет, туда его загасила моя пехота, пацаны. Все. Итак, у нас уже 5 убийств, друзья. Мы завершили волну, и мы можем купить еще вот таких штук. И мы можем купить еще улучшений. Чем больше мы, друзья, улучшений покупаем, тем больше нам дают денег за каждые 10 секунд. Деревянный фонарный столб. Интересно, он нам поможет? Это надо. Пацаны, ложись. Мужики, танки! Танки! Ложись, танки! В окопы! Срочно! Прием, как слышно, на нас идет тяжелая техника, нужно подкрепление, штаб, срочно! Да, давайте! И с воздуха еще, давайте! Ха, Бабян! Что-то подкрепление не пришло, танки проехали, друзья! Офигеть! Ёкарный бабай! Не было удара с воздуха, наши пехотинцы ничего не смогли сделать! Пехотинцы ничего не сделали, оборону прорвали, друзья, танки! Нужно купить громкий динамик, я думаю! Ой! Давай! Сейчас хватит денег, чё, Бабян? Подожди-ка. Что, Бобис? Я, кажется, на тебя сейчас рейдану тебя. В смысле? Бобис, ты чё? Поехали. Атакуй его, смотри, твои бойцы походу пошли. Импостер купил бойца и на меня рейд делает. Ребята, идет на меня Бабян. Вот это импостер-предатель. Ой-ой-ой-ой-ой, вы что, меня будете рейдить, что ли? Сейчас я Бабяна этого снайпера зафигарю. Бабян, не надо, я его сейчас убью, Бобис. На, получай, Бабян. Твой рейд не пройдет, Бобис. Блин. Твой рейд это не пройдет. Еще его бойцы идут. Она покупал там. Бобизяк СМГ. Ё-моё, смотрите, бойцы Бобиса, друзья, идут на меня. На тебе, Бобис, на. Давай, полноценная, ребята. Высадка пошла. Бобян. Поехали. Я сейчас куплю еще пехоту, Бобис. Все, до свидания, Бобян. Ой-о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 й-
Стреляем, нет, не захватывает. Не получится, Бабян, не получится. До свидания, Бабян, не получится. Не получится. Есть, рейд окончен. С хайпом. Я сейчас куплю пулемет. О себе. Ребята, ну вот это тайкунчик. Смотрите, пулемет стоит 600. Подкопим, друзья, подкопим. Хватает? Нет, 15 не хватило на пулемет. Ой-ой-ой-ой. А сейчас пойдет рейд на меня. Точнее, волна нубиков этих в солдат идет. Пожалуйста, пулемет. Есть! Все! Туда его, пацаны! Бобис, ты помогаешь мне? Да, я бегу, бегу, да-да-да, бегу. Тебе надо идти, Бабян, тут идут серьезные ребята. Хорошо пулеметчик, да, стреляет? Смотри, вдвоем они. Нормально, брата-брата. Вот это да, друзья, смотрите, пробегают. Но наша база уже становится лучше, парни. Мы уже все больше и больше обороняемся, слушайте. Это кайф. Это хорошо, нормально отстраиваешься, Димон, поздравляю. Траншейные ящики, пацаны, я купил. Вы что думали, это не в сказку вам попасть, блин?
Колючую проволоку. Колючую проволоку поставили. Пацаны, копайте окопы. Давайте, окапываемся. Где оружие взять? Оружие надо, отстреливаться. Окапываемся, окапываемся. Парни бегут, смотрите, киборги. Вон они на меня. Ого себе, их очень много. Все больше. Давайте, парни, в ряд, в линию. Давай, давай, стой, стой. Я сейчас проволоку куплю еще. Хорош, только не там надо было ставить. Да что-то она сама поставилась. У меня пулеметчик не дает пройти. Пулеметчик не дает. И здесь еще эти пехотинцы, блин. Давайте, вот давайте. Сейчас пацаны. Танки поедут, чувствую, проблемы будут. Ой, если танки, то это будет все. Это будет просто габелла. Танки, пехота, огонь, артиллерия. По нам наступают со всех направлений. Да. Так, покупаем, друзья, покупаем. Еще деревья поставил. Они могут помочь, наверное. Наверное, помогут. Деревья должны помочь. Пи-пи-пи-пи, реально из-за угла. Так, бункер? Бич трэпс. Сейчас купим пляжные ловушки. Противотанковые. Вот это будет кайф. Высаживаются, чуваки. Ребята идут. Не пройдут. Враг не пройдет. Опа. Враг будет разбит. Победа будет за нами, пацаны. Купил ловушки. Стоять. С кайфом. За победу. Так они стреляют, смотрите. У меня даже пулеметчик их уже не пропускает. А там еще вон эти три стреляющие. Да, вообще, ну, да, да. Вы вообще о чем, парни? У нас тут победа уже в кармане, блин. Это вообще изич. Это хорошо. И волна сейчас закончится, денег дадут. Я главнокомандующий своей базы. Mm-hmm. Да, а Андрюха Ефрейтор. Андрюха Ефрейтор, реально. Не понял сейчас. Андрюха у нас Ефрейтор. Так, Стоун Волс. Я вообще-то капитан. Пацаны, мне сейчас хватит на каменные стены. Каменные. Ну давай, покупай. О, каменные баррикады, броня! Что? 1500, вилли джип! Баррикада. Вилли джип, 1500, парни, его надо улучшать. Надо накопить 1500, и будет четко, мне кажется, слышите? Ну да, ну да, суета будет. Тогда нас точно никто не придет. Смотрите, там у кого-то Карла 2703, 3000 убийств, а у нас только 35 убийств. Да, еще нормально, нормально. 35! Он слишком жесткий. Жесть, ну мы долго будем копить на эту броню, пацаны. Это вообще, может зарейдить кого-то? Ну не меня. Ну, зарейдь, например, Карла, бабузяка. Я бабузяка зарейдил. А зачем? У меня там ничего нет. Бой! В бой, братья! Сейчас мне, может, денег дадут. Может, мне денег дадут, бабян. Я таких пулеметчиков на тебя наслал. Ты вообще в шоке. Там деньги нужны, чтобы пулеметчик. Так они вот у меня и идут. У меня тут вообще уже денег миллиарды, бабян. А, я еще и не в ту сторону пошел воевать. А я не знаю, чем мне дадут за то, что я выиграю, бабян, тебя. А? Не знаю, посмотрим. А вдруг он сейчас выиграет сейчас? Каких мне дадут этих денег? Короче, друзья, вон бабяна база, на ней вообще ничего нету, слушайте, она просто пустая. Борис, что ты пришел обороняться, а? Я обороняюсь, пехоту поставлю. Что ты тут пришел? Не надо ставить никого, ребят. Это изи победа. Он своим телом защищает. Так у меня уже все прошли, мои ребята, бабян. У меня все прошли уже. Куда они прошли? Все, Бобис, они уже прошли, они уже идут до конца, бабян. Они стоят до конца. Ребят, интересно, что дадут за рейд бабяна мне, что я победил, а? Смотрите. Сейчас узнаем. Вот я уже пробегаю, ребят. И что? И денежки будут? Просто исчезают типы. Ты понял? Да, ну да, все. Да. А в чем суть? Деньги-то дадут, нет? То, что я базу твою пробил, Бобис, а? Не знаю, сейчас узнаем. Я что знаю, я твою базу не пробил. Да, но ты мою базу не пробил, да. И? Да. О, мне дали 5000! 5500! Вау, вот это рейд! Надо чаще рейдить пацанов, друзья, тем более у них нет базы, так можно обузить деньги. Я покупаю вилли джип. Ты офигел, ты лучше иди Карлоса в этого щемани, блин. А знаете, что я смогу сделать, парни? Чё? Я знаете, что смогу? Я могу сейчас улучшить моих типов. А ну? Так улучшай, кстати, да. Вау! Я до конца его улучшил, короче, эти деньги потратил. Короче, я сделал тройное улучшение. Можно вот этого за 700? А ну? О, так, да! Так, ну шо, Димон? Все, пацаны. Никакой пощады не будет. Ты чё, пошел на меня, Андрюха, рейдом? Ну да, брат за брата. Ребята, Андрюха на меня пошел рейдить. Ну даёт, ты чё, я вообще, могу, Андрюха? Интересно. А, я не могу. Ты чё, Андрюха, вообще больной? Да у тебя нет шансов, братан. Ты посмотри, какие у меня лютые пацаны идут. Андрюха, все так у меня заряженные. Там, у меня, во-первых, пулеметчики плюс вилли, джип, еще эти прокачанные, 1-3, 1-2, у тебя нет шансов, браток. Смотри. Ты уверен? Смотри. Они проходят потихоньку. Куда они пойдут? Смотри, им вообще не пройти никуда, братан. Вообще, никуда просто. На, ну, молоко. Ну, блин. Андрюха, ты чё? Ты думал, жестко, меня пробить жестко сможешь? У тебя ничего не получится, братан. Да погоди, только там погоди, он один прошел. Пойдут. Сейчас пройдут реально, блин. Пацаны, отстреливайся. Блин, пацаны, да пожалуйста. Пацанчик! Давай, давай! Победник, победник! Прошел! Ты куда, дорогой? Как мне, блин? Что мне сделать? Он один прошел, кстати. Он один прошел, блин. Интересно, сколько мне дадут денег? Не знаю, наверное, миллионы. Танк Красной Армии, Game Pass.
А ну? Нет, нельзя тебе такое. Не, у меня нету денег. Ладно, прошел, друзья, у Андрюхи Типсон. О, мне дали 30 золота. 30 золота? Видимо, чем больше человек проходит, наверное, или как? Ну, там я только один дошел. Так, ладно, поддержка. Я купил еще снайпера, теперь точно, друзья, будет кайф. Ладно, ну что, ребят, предлагаю поднакопить денежки и сделать нашу супер-пупер-базу! Ну что, парни, враг приближается, а у нас уже есть 25 тысяч. Мы можем накупить еще улучшений. Как вам такое? У нас проблемы. У нас проблемы. Наши будут... О, там едут на машинах. Срочно покупаю, парни, улучшения. Прожектор. Срочно. Покупаю, что могу. Пулемет, смотрите, пулемет. Поехали, смотри, 500, пулемет прокачанный. Нормально должно быть. О май гад, о май гад. Пожалуйста, еще что-то есть, еще что-нибудь. Стенки нету, нету защиты. Враг прорвал оборону. Сторожевая башня, анти какая-то. Вот, еще купил, пацаны, что-то, пусть стреляет. Пехота, стрелок. Эй, проникли, друзья. Тачка. Провалили, не успели мы, ребят, не успели доделать. Бывает. Ну ничего, сейчас доделаем, тем более денежки пока что еще остались. Не, ну блокпост жесткий, конечно, получается. Сколько тебе денег осталось? Я смотри, я его еще улучшил. Вау. Что, он серый какой-то? Вот так, это специально камуфляж, братуха. Текстура не прогрузилась. Не, это он камуфлижируется. Ага. Чекпоинт покупаем. Я не знаю, зачем здесь шлагбаум, но посмотрим. Можно почилить. Вот, тут прожектор, нифига, ты тут, парни, я понял. Мешки танки, с пешком, танки пусковая ракета, установка. Вот это нам такое запусти. Нравится. А ну, пацаны, сейчас я ее... Поехала? Пацаны. Так у нас проблемы. О, пацаны, полетела ракета! Давай прям на танки, минус все танки. Волна очищена, слышишь, все. Мы очистили волну. Так это имба. Нифига себе, друзья. Это реально имба, атомная бомба, геймпас. Но не хватает робоксов. Ладно, у нас и так, парни, царь пушка, блин, царь бомба. Точно. Офигеть, 36 секунд она будет там регенерироваться еще. Слушайте, а это что капец. У нас, дирижабль? Ага. Дирижабль, ага. Это у нас дирижабль, друзья. Офигеть, вот это я бахнул там. Слушайте, пацаны, там идет что ли атака на нас? Ну да, топ-база. Да, едут, ребята. Ё-моё, чё, проезжают? Они могут, да, проехать? Они проехали. Запускай ракету. Ракета ещё не может. Не может, 13 секунд, там прорываются какие-то супер-мощные типы. Это куда они пошли-то? Это супер-солдаты. Вы чё? Куда они? Вы чё, пацаны, куда вы идёте? Блин, о май гад. Я не знаю, парни, чё ещё купить, чтобы пообороняться? Тут нету больше оборонялки никакой. Чё это домики? Анти, что-то есть, может, успею ещё? Античит. Успею. Ну, будь стрелять. Не стреляет. Да они пока зарядут. Из поля зрения он вышел один, друзья, проник все-таки. Один прошел. Не успели мы с пацанами, не успели. Еще стенки ставим. Сейчас будут еще денежки. Еще денежки перевалили, еще стеночку ставим. Ну, смотрите, база уже у нас вон какая оборонительная. Слушайте, так спереди это вон. Получается оборона, а сама база, она вот за шлагбаумом вот здесь, правильно? А здесь ну такие, да. В начале прям типы, 3000 улучшения, 3000 улучшения, а этот максимально прокачан. Так. Едут. Так, едут, может бомбочку, парни? Давай. А ну, давайте бомбочку. Давай бомбочкой, походу они не проезжают просто. Сейчас, ребята, бомбочку. Быстрей. О, я не знаю, она в начало, наверное, ударит, успеем, короче, поехал. Поехал. Сбивается. Запускай. Все, пошел. Успеет. Она всех убьет или не всех, я не знаю. Те, которые проехали, проедут. А, она в начало бьет. Вся волна. Она всех зачистила. Фух, всю волну, друзья, она зачищает. Слушайте, мне кажется, в начале, парни, нужно поулучшать кого-то. Да. Или вот стрелка можно улучшить, или нельзя его. А, нет, Попробуй. Этот у меня, а он у меня максимальный. Там у меня Типсон максимально стоит. Все типы. Вот этих можно получать по 3000. И в самом начале, Дима, наверное, вот, можно посмотри, улучшить. Чё там. Ну-ка, погодите. Вот этого могу улучшить. 3500. А вот эту машину сколько? 6000. Я лучше бы машину вот улучшил, парни. Сейчас денежки будут. Попробую машину. Ну. Не хватает, блин. Надо еще ждать, парни. Там прорываются они. Куда вы пошли? Не прорвутся до конца, я думаю. Думаешь? Да там они на тачках, блин, едут. Я пулеметчика да, вот этот улучшил. Хоп! Все! Нифига себе, там машина с кайфом! Это еще и не максимальное серьезно? Улучшение! Нифига он крутой, друзья! Вот это пушечка! Ё-моё, все!
Смотрите, пробивают парни, пробивают нашу оборону. Ага. Пробивают. Эх, поганцы. Блин, ребят, слушайте, ну это очень хардкорно. Надо еще тогда все, пацаны, понапокупать. Надо, надо. Может, еще где оборона какая на халяву будет. Все деньги, друзья, потратили, вот у нас такая база вот и получилась, блин. Ну что, ребят, идет атака на мою базу, парни. Я, наверное, шмальну этой бомбочкой, если успею. Слышите, успеваю еще? Давай, чисти, чисти, успеваешь пока что. Успеет, не успеет. Там проезжает грузовик, друзья, военный, но успею. 38 тысяч, парни, у нас есть, чтобы улучшить нашу базу. Погнали, короче, покупаем мешки с песком. Носки. Носки. Давай носки покупай. Так, и здесь еще сверху. О, тут внутри еще можно... Оружие всякое. А можно это взять? Патрики. А ты взял это? Не, это не берется, это просто, да? Не, я взял, вот смотри. Да, вот, ну, руки вверх. Это, короче, внутри, друзья, мы тут улучшаем все. Нифига себе, парни. А что, дорого? Ну нет, по 600, тут по 500, в принципе, не очень дорого. 770. Это, конечно, дороговато. Короче, арсенал мы, ребят, какой-то улучшили. Тут еще улучшаем. Здесь все улучшаем. Все, парни, с кайфом. Хорошо вообще идем. Хорошо, база у нас просто шикарная. Отлично, но они что-то прорываются, пацаны. Танки. Блин, вот сейчас надо было фигарить, пацаны. Бомбочкой. А я сейчас и буду. Бомба пошла, я не знаю, успею, нет. Пошел хас. Танки не проходят, танки всем стоят. Они не пройдут. Бам! Туда его. Лашпеды. Слушайте, парни, а здесь тоже, наверное, можно что-то купить в этом тенте. Смотрите, в этой палатке. Оп, оп. Это, наверное, казарма, да? Да, это казарма, там чисто кровати я купил. Отдыхать. Так, все, там все отдыхают. Теперь сюда. Еще казармы. Покупаем кровати. Опа, опа. Все, с кайфом, парни. Во, еще можно пулемет казарма купить. Наконец-то. А-а-а. Ребята, сейчас мы купим пулемет какой-нибудь мощный. Так, это у нас поддержка. Тут команда минометов, парни. Самая дорогая, это максимальная. Ого. Пулемет. Давайте максимальный пулемет, парни, купил. Все максимальное купил, короче. Все самый максимум. Теперь точно никто не проедет. Пехота, друзья, пехота тоже максимум. Стрелка купил. Все, все максимально, опа, друзья. Максимально. Кусты, кусты, парни, кусты. Точно, точно. Вау, штаб! Контрольная точка! Себе, там какие-то лютые челики идут. Нифига себе, там вообще, ребят, кто на нас просто идет? Миномет стреляет, тут все идет, парни. Блин, nice, надо nice было бомбу, я даже добежать не успею. Сейчас доедут, слышите? Ё-мо, вот да, это волна, успею, друзья, вот это жесткая волна. Успею, не успею, успею, не успею, успею. Но я запущу, может, на всякий, слышите? А я сбил вот ее. Получится. Все, уже, наверное, не успел, я сбил себе. Да, танк проехал там. Блин, враг прорвал оборону, друзья, я только бомбу запустил. Ну ладно, бам! Все равно добили, друзья, ничего страшного, ничего страшного добили. Ну, слушайте, это, конечно, база военная огромная. Это да, и я денег уже, знаете, сколько потратил? Почти все, парни. Неплохо. О, себе. Жесть, я предлагаю, пацаны, доделать, тут все, осталось накопить денежек, хотя бы доделаем нашу базу. Ну что, накопили деньжат, погнали дальше строить. Ну все, давайте сделаем командный пункт, опа, парни. Все тут строим, нифига Ляга себе, вот это у нас тут приколов, пацаны, вот это тут вообще... Вот это кайфа. Это реально, друзья, самый настоящий командный пункт кайфа. Покупаем, вот так. Ни один враг, друзья, не пройдет. Мы всех тут защитим. Так, здесь у нас ничего, парни. А здесь вот окна. О-о, окна купили. А здесь еще вон столы какие-то. Слышите, пацаны, мы тут на одну эту все сейчас деньги потратим. Да не понимаю, зачем вот эта вот штучка? Я не знаю, но это все должно. Это все должно, бабян, чтобы всех защищать. Командный пункт. О, и здесь, парни. Нифига, у нас тут база. Слушайте, все деньги просто тратятся. О, тут обсуждаем планы, парни. Тут все планы будем обсуждать. Все, закончили. Там, блин, эти враги идут. Ну ладно, война идет, а нам, как говорится, стройка по расписанию. О, тут тюрьма, бабян, залазь, тебя посадить надо. Где обезьяник? Вот, тут обезьяник, бабян. А я вот могу наверх залезть. Все, вот туда тебе и надо, Бобис. Там и спать и будешь. Вот и все. Так, ладно, ну что, парни, здесь мы все доделали, слушайте. Здесь у нас все готово, как говорится. Здесь все у нас с кайфом. А, нет, не все. Вот здесь не готово, пацаны. Вот здесь. Зачем офис? Зачем она поставила, я пройти не могу. А все, 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 пацаны, здесь тоже командный пункт управления. Меня зажало, парни, под столом. Мужики. Зажало. Ну все, ну все. Под столом меня там зажало. Так, ладно, волну вроде мы отбили, или все-таки враг прошел, парни? Враг приближается. Враг приближается, враг прошел. Так, надо я доделать. Я наверху, мужики. Андрюха, вон главнокомандующий армии. Андрюха главнокомандирует, все нормально. Это я. Андрюха самый крутой. Так, ставим здесь и ставим здесь. Все,
Пацаны, офисные здания готовы. Получается, теперь идем вот здесь, с этой стороны, доделываем сигнализатор. Доделываем мешки. Сигнализатор, доделываем кусты, да, доделываем рип-волл. Все. И здесь последняя броня. Останется нам одна сторона только, парни. Давайте поставим за 1500 грузовичок. Нормально. Пускай. Пускай она стоит. Ну что, одна сторона, друзья, доделана. Осталась еще одна сторона. Посмотрим, денежек хватит или нет. Думаю, что не хватит, парни. Сколько у тебя? Ну, у меня 12 тысяч. Да, мы очень много потратили на главный пункт. Но тут осталось-то, наверное, не так много. Ставим сюда. Сейчас узнаем, опа, дорожка. Ставим кофе-тейбл, ставим деревянный столб. Так, хорошо. Вот здесь вот, наверное, что-то будет, какое-то здание, скорее всего. Так, сторожевая стена, башня. Стена поставилась. Так, сюда ставим взлетно-посадочную полосу. Нифига, вот, вот ангар, пацаны. Вот здесь надо будет, наверное, что-то понапокупать в этом ангаре. Это взлетно-посадочная полоса, ребята. Самолет, это у нас, наверное. Может быть, будет самолет? Ракета. Фонарь, все, улетел самолет, нету его. Самолета нету, пацаны, все, самолета не будет. Так, прожекторы поставим. Да и, в принципе, друзья, мы, похоже, доделываем уже нашу базу. Она подходит к финалу. Жесть, это лайхуси. Вау. Оп. Все, парни, принимаем теперь автомобильный склад. Все, 1000. Машину тогда. Денег больше нет, но осталось совсем немного, друзья, чтобы все доделать. Вот это просто лайкуси. Кстати, денежки-то уже пришли, парни. Денежки-то мы зарабатываем. Бам. И сейчас через 4-3 секунды еще денежки. Ну нифига себе, какая-то лестница дорогая. Бам, ящички, бам, офис. И джип Уиллиса сейчас еще купим, пацаны. Джип Уиллиса, это важно. Это который с пулеметами. Танк, Шерман, так у нас еще и танк сейчас будет. Слышите? Вау! Нифига, ребятки. Вон, джипы купили, но он, блин, без колеса. Ёба. Как так? Пацаны, я у него своровал. Колеса нет, кто-то своровал, блин, колесо. Так, здесь шкафы поставим и офис-деск. Короче, парни, предлагаю накопить деньжат, чтобы доделать уже до конца нашу базу. Ага. Тем более, нам, друзья, осталось совсем немного. Враги идут, деньги зарабатываются, база обороняется. Мужики, давайте достроим нашу военную базу до конца, наконец-таки. Ну шо, 39 тысяч. Сейчас я, парни, там дострою в ангаре, уже 41. Нормально, денежки капают. А там что-то осталось? Да, там шины я не докупил. Все, шины мы купили, пацаны, и теперь танк Шермана. Ой, вон он стоит, смотрите какое. Вот это четко. Ящички купили, так и все, парни, получается. Слушайте, почти все доделали. Сделано, получается, реально. О, супер пушку купил, максимальную, парни. Я ухожу от вас. Максимальная, тут еще поддержка, парни, тоже максимальную давайте возьмем. Давай, максимальная поддержка нужна. Команда минометов, и все, сторожевая башня, и по идее наша база, друзья, готова. И здесь дело мы купим. Сделано. Здесь мы купим пехоту, пацаны, тоже максимально уровня, аж лаги уже пошли. Тайкун завершён! О, парни, тут есть еще карты, слушайте. Что за карты? Карты, тут это есть круто. Какие-то карты я могу купить за 30 тысяч. Я купил, пацаны, какую-то карту. Мы заметили, походу. Я куда-то полетел, и тут новая карта, тут новый тайкун, друзья, это мега прикольно. В общем, друзья, если хотите видеть продолжение, пишите об этом в комментариях, и мы с пацанами все сделаем. На этом все, с вами сегодня были Овер, Фонни и Бобби, всем большое спасибо за просмотр, удачи, не болейте, успехов, и пока-пока. Всем до скорого, дорогие друзья. Ря, чуваки.